Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Я на инвизерских зубчатках. Иду в цирк. Оставайтесь со мной. Немного осталось. Сейчас поднимемся вот здесь. Я вам покажу его с высоты. Посмотрите, друзья мои, какой пик. Шикарный. Какая красота. Стена отвесная. Да. Забрался я высоко-высоко. И вот такой тут вид открывается. Но ветер. Комментировать я, наверное, не буду. Просто смотрите и наслаждайтесь этой красотой. Меня того где сдует. Сползаю к краю. Посмотрите. Вниз такая пропасть. Я много фото снимаю. Посмотрите в конце видео. Вот, друзья мои, по какой стене я лез, чтобы снять тот ролик, который вы видели. Смотрите. Навыки молодости пригодились. Все получилось. Но оставайтесь со мной. Покажу сейчас вам цирк. Ну вот, друзья мои, я в цирке. Почему это место называют цирк? Оно вот со всех сторон окружено скалами. И вот тут только вот один проход. В общем, получается как арена. В круговую. Полюбуемся нашей красотой. Нашими скалами. Посмотрите, какие монументальные. Такая отвесная стена. Красота. Сегодня воскресенье, народу много. Туристы разговаривают. Пойдем, пройдем дальше. Смотрите, какие мощные скалы. Скала называется Черепаха. Вот. Как черепаха. На вершине. Сейчас увеличением покажу. Похоже, не похоже. Этот камень держится так вот на вершине этой скалы.
Низкие пики. Посмотрите, как будто слева женщина стоит. Тут вот что-то такое. Она смотрит. Какая красота. Как будто лицо женское. Любуется. Ну и что, покажу панораму скал. Смотрите, любуйтесь, друзья мои, мои зрители. Природа какие чудеса создала. Вот, друзья мои, скала чертов палец. Такая скала 40 метров высотой. Отсюда я ее снимаю. Солнышко тут в этой стороне. Такая вот она скала. И тут вот такая вот скала. Лазят скалолазы. Вот такая панорама, цирк. Ну, спасибо, друзья мои, что посмотрели это видео, полюбовались нашей красотой. Всем пока, всем мира и добра.